Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. На моей гитаре стоят немецкие струны «Пирамид». Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хочу разобрать песню группы «Сплин» «Скажи». Вот, как обычно, сделал небольшое вступление, небольшую аранжировочку. Вот. Там играет электрическая пианино в начале. Вступление. Ну, конечно, есть барабаны, есть бас-гитара. Вот, ну, саму мелодию играет вот именно такой звук, играется на синтезаторе. Вот, называется он электропиано. Ну, я сделал аранжировочку, как обычно, в аккорде. Эту мелодию чуть-чуть добавил, чтобы звучало полно. Получается. Вот. На самом деле последняя нота там вот эта высокая. Я немножечко спустил на октаву вниз, и получилось вот что. Итак, давайте мы это разберем. Мы зажимаем баре на седьмом ладу, это будет аккорд си мажор, аж, баре на седьмом, третье на восьмом, пятый, четвертый на девятом. И в правой руке мы играем первую фразу. Шестая струна, еще разок аккорд, баре на седьмом, третья на восьмом, пятая, четвертая на девятом. И в правой руке мы играем шестая, четвертая, третья, вторая, потом третья и первая. У нас получается вот первое такое музыкальное предложение. Не убирая аккорд, мы идем дальше, играем второе предложение. Это будут струны третья, вторая, первая. И мизинец мы поднимаем, все остальные пальцы оставляем на месте. И зажимаем первую струну на одиннадцатом ладу. То есть мы сыграли третья, вторая, первая. И потом первая на одиннадцатом. Вот что у нас уже получается. Дальше мы опять можем сыграть первую фразу. Это будет как раз то, что нужно. То есть мы играем шестую, четвертую, третью, вторую, третью, первую. У нас получается три таких предложения, три фразы. Первая, вторая и опять первая. Первая. Первое. Можно сыграть так. Вот, ну, я думаю, чтобы не усложнять. Просто вы можете шестую струну добавлять, где вам захочется. И это будет тоже красиво. Первой струной шестую. Вторую фразу можно сыграть шестая. Шестая, четвертая, третья, вторая, третья. И шестая с первой на одиннадцатом. Вот так ее можно сыграть. Шестой в баре. И дальше опять четвертая, третья, вторая, третья и шестая с первой, обе на седьмом. Еще разочек этот вариант. И переходим к самой песне. Здесь такая шестерка, без глушения, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Нева, не болев,
начинаемо с аккорда до мажор, аккорд С, вторая на первом, четвертая на втором, пятая на третьем. Нам нужно сыграть две шестерки. Раз, два, потом мы играем аккорд H, Си мажор, это баре на втором, четвертая, третья, вторая на четвертом. Тоже два раза. Раз, два, потом аккорд на ля, ля минор. Тоже два раза, вторая на первом, четвертая, третья на втором ля минор. И возвращаемся на аккорд H. Тоже играем две шестерочки. H, Си мажор, это баре на втором, четвертая, третья, вторая на четвертом. И у нас получается С, H, АЕ, H. Идем дальше. Первые. Потом идет аккорд Е, пятая, четвертая на втором. Переступи черту. Дальше идет аккорд Д. Это у нас будет вторая часть. Д это третья, первая на втором, вторая на третьем. Потом аккорд С. Ж. Шестая, первая на третьем, пятая на втором. И дальше у нас идет аккорд Фа диез мажор. Ф диез. Даже семерка здесь будет. То есть мы сыграем баре на втором, третья на третьем и пятая на четвертом. Его мы сыграем три раза. Вот и весь куплет. Теперь пройдемся его полностью. Не вальсы. Мы запеваем припев. То есть мы играем. Шагая в темноту. Два. Три. Скажи. И переходим на припев. Еще разок аккорды куплета. С. Аш. Скажи, что я ее люблю. Здесь мы играем аккорд уже не H, а играем аккорд H, Си минор. Баре на втором ладу, вторая струна на третьем, четвертая, третья на четвертом. Вот, и мы здесь играем уже не две шестерки, а играем только одну. Скажи, что... Дальше аккорд Дм, ре минор, первый на первом, третий на втором, второй на третьем. Тоже одна шестерка и дальше аккорд АМ. Дальше идет аккорд ля минор АМ. Здесь мы играем две шестерки. Давайте еще разок посчитаем. На АШМ одна шестерка, ШМ баре на втором, вторая на третьем, четвертая, третья на четвертом. АШМ одна четверка. ДМ одна четверка. Две шестерки. Скажи, что я ее люблю. Идем дальше, играем то же самое. АШМ два раза, точнее один раз. Один раз и АМ два раза. И опять АШМ не идет. Опять, значит, аккорд H, то есть не АМ,
аккорд H, Си мажор. Море на втором, четвертая, третья, вторая на четвертом. Играем его два раза. И дальше идет второй куплет. Еще разок повторим с вами припев. То есть получается, припев состоит из трех последовательностей. Ашем, ДМ, АМ два раза, Ашем, ДМ, АМ два раза, и дальше Ашем, ДМ, Аш. Повторим. Скажи, что я ее люблю, без нее вся жизнь на дуре, без нее вся жизнь на дуре. И второй куплет. Ну, вы можете пробовать, если вы только учите эту песню, саму, значит, мелодию, текст, вы можете вместе со мной уже пробовать. Например, припев мы скажем, мы запеваем его раньше, а потом у нас идет аккорд H, M. То есть мы запеваем его еще в куплете. Там был аккорд Фа диез. Скажем. Вот. Ну и дальше тоже можно попробовать. Сейчас я просто запишу вам для тренировки. Скажи, что я люблю. Здесь нужно протянуть. Слог лю мы тянем, видите, на два ля минора. И там есть еще паузы. И вот так мы играем три раза. Раз, два, третий. Заканчивается аккордом не H, значит не ля минор, а M, а аккордом H, Си мажор. Ну, еще разок медленно. Проиграю вам все, куплет и припев. Не тренируйтесь, я думаю, это будет несложно. Сначала отработайте бой вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вверх, вверх. Потом запомните аккорды. Вот. Ну и сам текст подучите и попробуйте все соединить. Ритм, аккорды и саму песню. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно всегда все получится.